Алло. Привет, Паш. Здорово. Здорово. Ты в курсе, завтра у Вовы день рождения? Ага, отлично. Ну, как Может, бы, подарок купить тогда? да, надо подарок купить, и, ну, как бы, ты понимаешь, да, у него единственная надежда, это только если мы придем его поздравим, поэтому, А, ну да, надо поддержать, браток. Слушай, я с ним практически с детства. Я даже его помню, как он меня песком обсыпал. Это еще я малой был совсем, мне, наверное, годик 3 или 5 было всего. С этого момента началась наша дружба. Ну, в Все тут было. общем, я предлагаю завтра собраться часа в 3 где-то у него дом, созвониться, как-то прийти, что ли, чтобы у него день какой-то был, хотя бы запомнился, что у него был день рождения хотя бы. Отлично, отлично. За кем у нас стоит андеграунд? За Но Вовой, тогда это еще что, тогда завтра я тебе на телефон позвоню где-то около 3 часов, окей? а, хорошо, братан, хорошо. Все, тогда до связи, давай завтра встретимся. Первый транспорт, куда я сел, был ментовской бобик. Нет, он открыл, нормально, нормально. А он открыл дверь всего. Сейчас он будет свой Lamborghini Gallardo выводить. Куда будет ложиться? Так, я сяду на сад, наверное. А на чем у тебя открыт шель был здесь? На гараже так стоит. Пипец, чувак. Сегодня мы проверим, насколько херовая машина Дэйва Матисса. Или насколько она не херовая. О-о-о-о, я же говорю, тут нужно быть осторожным на все глаза, потому что чуть что, ты замедлишь и тебя ударит дверь. Она что, заглохла что ли? Да, я слегка упустил. Слегка упустил, она заглохла. Вот это суть Дэйва Матисса. Ну он там закрывает дверь, посмотрим. Не, нормально закрывает вроде. Он когда пытался ее открыть, это было пипец. Я думал, он долбанет себя и нечаянно, и потом вообще пришлось бы его откачивать. Слышишь? О, что? Будь? Будь? Нет. А, блин, ты здорово. О, разливное пиво. Слушай, нам немножко и можно купить еще одну порцию. А, блядь, давай тормози. Нет, я не могу. Ладно, у меня деньги с собой есть. Я не смогу развернуть сейчас. Ну что я думаю, что завернуть? Тормози, блядь. Не могу, нельзя. Нельзя. Менты, менты спереди, менты. Ёба. Че, уехали на нас? Ты хочешь ее припарковать тут, что ли? А потом ты повезешь опять ее в гараж? Да. Я боюсь, как он, как бы он не врезался. Стена такая прям древняя. Ёба стенка. Подожди. Вован, тихо-тихо, там бабушка. Не сбей. Я стенка Ерохина, понимаешь? Тихо-тихо. Тихо, подожди, Вова, очень важный момент. Он пытается припарковать машину. Подожди, подожди. Я смотрю, делаю за 5 секунд, у него выходит этот... Вован, давай еще чуть-чуть. Нормально. Нифига себе нормально, ты посмотри, как со стороны это выглядит. А... Вован, ну блин, ну окей, ладно, окей, хорошо. Дорогу вроде не занимать.